Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня мы с вами начнем разбираться в временах английского глагола. На самом деле их чуть больше, чем в русском языке, хотя все они могут быть разделены на три основных части. Это настоящее, прошедшее и будущее. Present, past и future. Но в английском языке настоящих времен несколько. Их четыре. Сегодня мы с вами познакомимся с временем Present Simple – простое настоящее время. Чтобы научиться разбираться во всех временах английского глагола, нужно понимать, к какому времени, когда это действие происходит, и как строится предложение в том или ином времени. Время Present Simple. Предложение в этом времени строится подлежащее и сказуемое. Сказуемое всегда – это глагол. Как же определить, что из всего многообразия времен – это именно время Present Simple? И в этом случае нам с вами помогают характерные обстоятельства времени. Что же это за слова? Характерные обстоятельства времени мы с вами будем в дальнейшем обозначать тремя буквами. H-O-V. Что же это за слова? Every day. Каждый день. Но не только со словом day может сочетаться это слово every. Every month, every week, every year. Often. Часто. Usually. Обычно. Always. Всегда. Sometimes. Иногда. Once a day, twice a day, three times a day. То есть один раз в день, два раза в день, три раза в день. Seldom, редко, never, никогда. Но к этому времени можно еще добавить, что существует некая особенность. Особенность Present Simple. В третьем лице единственного числа для местоимений he, she, it у глагола будет окончание s или es. Обратите внимание, вот на схемке это уже обозначено. То есть время Present Simple строится подлежащее и сказуемое, напоминаю, что это глагол. И особенность. В третьем лице в единственном числе для глагола нужно будет добавлять окончание S или ES. А сейчас поговорим о месте характерных обстоятельств времени в английском предложении. Характерное обстоятельство, которое состоит из одного слова, ставится перед смысловым глаголом. Характерное обстоятельство времени, состоящее из двух и более слов, ставится в конце предложения или же в начале. My sister usually goes to the stadium. My brother goes to the stadium twice a week. Другой пример. We often play tennis at school. Или же he plays tennis every week. А вот когда характерное обстоятельство времени ставится с глаголом to be, то оно должно стоять после этого глагола. I am never late to school. То есть существует правило, что характерное обстоятельство времени, состоящее из одного слова, ставится перед смысловым глаголом или после глагола to be. Давайте разберем случаи, когда после нашего глагола нужно будет поставить окончание «ес». С этими вариантами мы с вами уже встречались, когда говорили о образовании множественного числа имен существительных. Здесь будут те же самые случаи. Слово заканчивается на буковку «л». «Go», «goes». Слово заканчивается на буковку «с» или частный случай «double s». «Kiss», «kisses». Слово заканчивается на ch или tch. Teach, teaches. Watch, watches. Слово заканчивается на буковку sh. Wash, washes. Слово заканчивается на буковку x. Mix, mixes. И для y работает то же самое правило, что если перед y стоит согласное, то буковка y меняется на i плюс окончание es. Примером является слово, например, fly. Fly, flies.
Смотрим, перед Y стоит согласная буква, и поэтому мы с вами ее поменяем на буковку I плюс окончание ES. Но если перед буквой Y стоит гласная буква, то работает по правилу play, plays. Давайте немного потренируемся. На доске у нас есть несколько глаголов. Все они написаны либо от местоимения I, you, we, they. То есть все эти местоимения не третьего лица единственного числа. Здесь же мы с вами возьмем местоимение именно третьего лица единственного числа. I take, he, нужно добавить окончание s, he takes. You go. Обратите внимание, глагол go заканчивается на букву O. Поэтому нужно будет добавить окончание ES. She goes. We drive. Перед буковкой Y стоит согласная. Поэтому Y надо поменять на I плюс окончание ES. He drives. They clean. She cleans. Никаких изменений мы не производим. Просто добавляем окончание S. They sing. It sings. Также просто добавим окончание S. А теперь потренируемся задавать вопросы к предложениям, написанным в present simple. Возьмем предложение We like apples. Для начала зададим вопрос подлежащему. Помним, что вопрос подлежащему звучит как who или what. Who для одушевленных предметов, what неодушевленное или животное. Мы это одушевленные, поэтому вопрос будет звучать who. Также напоминаю, что глагол должен стоять в третьем лице в единственном числе. То есть мы к нему должны добавить окончание s. Who likes apples? Переписываем слово без изменения. Who likes apples? Теперь мы с вами зададим общий вопрос. А вот теперь у нас с вами возникает маленький нюанс. Мы с вами работали с глаголом to be. Я вам говорила, что этот глагол сильный. То есть он сам задает вопрос. Он может перепрыгнуть на первое место перед подлежащим и будет уже вопросительное предложение. Все остальные глаголы для нас сейчас будут слабыми. Глагол like – это слабый глагол. Подрисуем ему рожки. На помощь к нам всегда будет приходить глагол do. Он, правда, будет еще очень интересно помогать нашим глаголам. И рядышком напишем глагол like, тот, который был у нас в предложении. Теперь у нас с вами появился сильный глагол помощник. И чтобы задать общий вопрос, мы с вами поставим его на место перед подлежащим. Отсюда наш общий вопрос будет звучать следующим образом. Do. А дальше мы переписываем. We like apples. Do we like apples? Краткий, положительный и отрицательный ответ. Yes. Да, мы с вами будем любить яблочки. Yes. Наше подлежащее мы берем в виде местоимения. У нас оно уже есть. Yes. И сильный глагол помощник. Yes, we do. Краткий отрицательный ответ будет звучать следующим образом. No, we don't. Воспользуемся краткой формой глагола do not. Отрицательное предложение. Глагол like не может сам выдавать отрицание. Ему на помощь будет приходить глагол do. We don't like apples.
И теперь мы с вами задаем вопрос к слову apples. К слову apples можно задать вопросительное слово «что». Помним, что специальный вопрос к другим членам предложения, кроме подлежащего, строится на основе общего вопроса. Поэтому мы сначала напишем вопросительное слово «what». Слово-ответ мы с вами убираем из нашего общего вопроса и перепишем то, что останется. What do you like? What do you like? Теперь разберем предложение, которое у нас с вами будет в третьем лице, единственном числе. She likes apples. Сначала зададим вопрос к подлежащему. Вопрос, вы уже знаете, это who. Дальше наш глагол уже стоит в третьем лице, единственном числе, поэтому мы просто переписываем. Who likes apples? Обратите внимание, оно точно такое же, как и для первого предложения. Теперь мы с вами задаем общий вопрос. Мы помним, что глагол likes – это слабый глагол. И мы подрисовываем с вами рожки над этим глаголом. На помощь приходит глагол do, который максимально пытается помочь нашему смысловому глаголу. И он видит, что есть окончание s, и он забирает его себе. Поэтому он становится does. А смысловой глагол уже отдал это окончание. Он остался без него. И теперь слово does, сильный глагол помощник, мы выносим на место перед подлежащим. И отсюда наш с вами общий вопрос звучит следующим образом. Does she like apples? Краткий, положительный и отрицательный ответ. Начинается со слова yes, наше подлежащее видимое местоимение, she, и глагол помощник. Yes, she does. No, she. Добавляем частичку not в краткой форме. No, she does. Теперь напишем отрицательное предложение. Опять-таки напоминаю, что здесь нужен вспомогательный глагол does. She doesn't like apples. Зададим вопрос к слову apples. Это будет слово what. Слово-ответ мы с вами убираем из нашего общего вопроса и переписываем то, что остается. What does she like? Ну а теперь давайте попробуйте самостоятельно. На доске написано два предложения. They swim every day. He plays in the park. Нужно задать вопросы к подлежащему, общий вопрос, написать краткие положительные отрицательные ответы, отрицательные предложения и задать вопрос к члену предложения every day. То же самое нужно сделать и здесь. Только здесь у нас с вами будет дополнение in the park. Удачи вам, ребятки!